Приветствую, друзья! Кто проникнет в себя и озвучит глубинное состояние, превратив в слова сигнал сигналов, и расширит этим самым самосознание и понесет их в вечность. Например, затаив дыхание с фиксацией внимания и предвосхищением удовольствия, с частотой повторяемых действий, синхронных состоянию, мы в потоке, через пик напряжения к нулевому состоянию, нирване. К чему это относится? Ну, подумайте, давайте еще раз. Затаив дыхание с фиксацией внимания в предвосхищением удовольствия, с частотой повторяемых действий, синхронных состояний, мы в потоке, через пик напряжения к нулевому состоянию, к нирване. Догадались, да? Ну, напишите мне там. И подпишитесь ко мне на YouTube-канал, и подпишитесь в Telegram. Да, и скоро у нас с Валентиной Киселевой будет полезный, прекрасный и теоретически, и практически лично для вас, для каждого вебинар. В комменте прикрепленном будет объявление, посмотрите. И вообще вы подписываетесь на мой канал, на канал Валентины Киселевой. А вот теперь еще дальше посмотрите, последнюю фразу скажу. И также мы малыша качаем, подпирая ритм его напряжению, его состоянию. И мысли свои в стихи собираем, в ритме своем созидаем, найдя в себе вдохновение, инсайты, озарение. А вот в следующем вебинаре я буду рассказывать и показывать, как делать озарение по заказу, то есть развивать изобретательское мышление. До встречи!